Делаем чип-тюнинг Dodge Durango. Это 2005 год, 4.7 бензин, блок управления NGC3 Motorola. Делаем с помощью адаптера Scanmatic 2 и битбокса. Модуль NGC3. Будем делать ему Евро 2. И попросил немножко оптимизировать топливные карты, то есть сделать небольшой чип-тюнинг. Все, файл мы сохранили. Вот он наш файл в папочке Dodge Durango. Вот он. Motorola прочитана. Модифицируем, заливаем и отдаем довольному клиенту. Dodge Durango.